Добрый вечер, уважаемые гости! Свет включился. Мы рады приветствовать вас на концертной программе «Русский микс» 21-го международного фестиваля «Виват Баян». Встречайте вокально-инструментальный коллектив гармонистов-виртуозов с широчайшим репертуаром однородных песен, современной аранжировки до классики и поп-музыки. Участники ансамбля играют не только на гармониях, хромках, но и на других разновидностях инструментов. Саратовская, ливенка, тальянка, черепашки, хилецкая рояль. Шоу сопровождается яркими танцевальными номерами. Артисты коллектива – постоянные участники телепередач на федеральных каналах. Доброе утро! Привет, Андрей! Поле чудес, хорошие песни, страна талантов, 100 к 1 и другие. Группа «Гармонь Драйв». Встречаем! Россию.
песню исполнила наша очаровательная солистка лауреатки российских конкурсов Наталья Николаева. Причем это премьера, как сейчас часто модно говорить, можно даже сказать, мировая премьера, потому что даже Сергей Иванович еще не успел сделать аранжировку, буквально мы вчера с ним списывались, я ему ее прислал. Вот, несмотря на то, что он не может присутствовать на сегодняшнем концерте, но она ему уже очень понравилась, то, что услышал ее уже вчера. Но сразу на минутку забегу, не расходимся, потому что финальная песня этого концерта тоже будет Сергея Войтенко. Но в нашем коллективе у нас ребят-гармонистов очень много, поэтому помимо песен есть много интересной инструментальной музыки. И хотим на ваш суд показать обработку Евгения Петровича Дербенко «Частушка». Я сам преподаю в Российской академии музыки имени Гнесиных. И приятно видеть, как юные гармонисты постепенно взрослеют, набираются опытом, потом даже заканчивают Российскую академию музыки имени Гнесиных, как Павел Фомин, который только что сейчас выступал перед вами. И в прошлом году он уже был членом жюри этого конкурса. То есть конкурс воспитывает кадры. Но заслуга в кадрах не только конкурсов. А я очень хочу поблагодарить всех педагогов, потому что если бы не они, то неизвестно, на чем играли наши дети, конкурсанты, и играли бы вообще.
А я, в свою очередь, очень благодарен своему педагогу Евгению Петровичу Дербенко. Это композитору, человеку, который положил всю свою творческую жизнь на то, чтобы гармонь стала профессиональным инструментом. И сейчас хочу сыграть одно из своих самых любимых произведений – «Волжская рапсодия». Тем более мы здесь на Волге. Thank you.
Дорогие друзья, я бы хотела вам немножко рассказать, что у нас очень много друзей, друзей-гармонистов, друзей-композиторов, которые пишут замечательные песни. Вот сегодня впервые я исполнила песню Сергея Войтенко, которая очень богата на красивые песни, и еще будет одна песня замечательная. А также Евгений Петрович Дербенко, замечательный композитор, который написал очень много музыки для разных инструментов. Ну, вы все это знаете. А также он пишет замечательные песни. И вот эта песня написана на слова Алексея Минькова. Музыка Евгения Дербенко. И название у нее говорящее: «На Руси никогда не умолкнут гармонии». А душа поет. Белокрылый стон над рекой летит.
соберу в ладони, жив рассунцай нам. Боль мою не тронь, удалю сполна, а душа сольный концерт в Московский международный дом музыки, который состоится 9 декабря. Ну а сейчас я хочу на эту сцену пригласить профессионального гармониста. Вы многие его знаете. Когда он был еще таким, он выступал в известном телеконкурсе «Синяя птица». И это еще один конкурс, который дал ему дорогую жизнь. Поэтому вы вообще все огромные молодцы, что приезжаете на конкурсы, потому что
будущем вы поймете, что это все было не зря, это очень большое дело. Ну а перед вами сейчас выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов Владислав Шумкин. Сыграю я мордовские наигрыши для того, чтобы, так скажем, традицию продолжить.
Может быть, кто-то захочет в будущем из ребят их выучить и сыграть на каком-нибудь концерте. Разговоры душу мою кровь, переборы.
Ну а теперь такая душевная песня о наших истоках, о наших русских душах, которые сложно понять. Называется она «Родники моей души». Свободная, ароматами пьет раздольная, и гармошечка поет, чуть уставшая, где же счастье ты мое, заблудавшее? Эту грусть невозможно понять, а любовь никому не Потом уже переехала в Москву учиться. И у нас есть Никита Табаев, он из Сибири. Вадим Швец, он... У него, куда бы мы ни приехали, у него везде есть родственники. Вот везде, представляете? Хотя и на Украине есть, и в Сибири есть. А вот Павел Владимирович, он у нас родился в Волгограде, а вырос в городе Орле. Вот так вот у нас, вся Россия у нас в нашем коллективе собрана. Ну а сейчас Павел Уханов исполнит для вас непростое произведение. Я думаю, он сам что-то скажет. Да?
Мы уже несколько номеров сыграли, и в основном, конечно, все песни были жизнеутверждающие, мелодии яркие, задорные. Ну, гармошка, что еще сказать? Но на самом деле гармонь может играть совершенно разную музыку, и, например, вчера ребята исполняли произведение «Когда гармони плачет». А почему плачет? Ну, потому что в жизни, к сожалению, бывают разные ситуации. И следующее произведение, которое я сыграю, написано Евгением Петровичем Дербенко в 2014 году, в мае месяце, и называется «Одесская баллада». Thank you.
вообще языку музыки надо учить. Вот, если нам расскажут стихотворение на английском языке, а мы его не знаем, или японские частушки споют, но ничего не поймем. Вот. Поэтому, ну, тут в зале дети, они тоже должны знать, поэтому в конце концерта объясните, зачем вот этот вот черный дядя так играл, наверное, на белой гармошке. Ну, а сейчас я хочу представить нашего одного из самых дипломированных гармонистов, лауреат всероссийских и международных конкурсов, где только он не выступал, с кем только он не выступал. Это Павел Фомин. Он закончил... Thank you.
Не планировал я третью композицию играть, но вот гармошка творит чудеса, такой бурдонный звучок. Но хорошо, у вас тут есть мастер, сразу сейчас к нам прибежал с отверткой, давайте, сейчас быстренько починю. Ну а мне хочется тогда для вас исполнить в этом зале очень много прекрасных дам. И одна из них смотрит прямо на меня, бессменный член жюри, очень часто председатель жюри. Да? Вот именно для вас, для ваших ярких глаз. Обработка Евгения Петровича Дербенко очень черная. Thank you.
аплодисменты Анне Михайловне Кац. Еще можно. Встречайте вновь Павел Фомин. Он уже исполнил для вас рязанские напевы, но также это является второй частью концерта номер 6 для гармоники с оркестром, но есть и сольная версия. А сейчас для вас будет финал «Сковорожка». Хотел цикл сыграть, но, как понимаете, технические трудности от нас никто не берегает, поэтому Вообще, как в поговорке говорится, один гармонист хорошо, а двое еще лучше. Поэтому, надо по нарастающей, да. Известная русская народная песня «Я на камушке», кстати, на конкурсе тоже кто-то играл,
извиняюсь, не помню, чьи обработки, но сейчас будет обработка Евгения Дербенко плюс нашего аранжировщика Михаила Крестова. Я на камушке. Наталья Николаева. И мы для вас исполним песню Николая Кудрявцева «Рябины много». Мое сердечко радостно поет.
Эдуард Аханов. И он нам когда-то, сначала вообще мне одному, а потом я решил это в ансамбле сделать, написал композицию «Миссия невыполнима». Я потом исправил, не убрал. Я говорю: «Эдуард, мы обязательно ее выполним». И это был первый номер в таком современном ключе. Так еще никогда никто не делал. Очень часто мы видим на эстраде, есть у нас категория «Бэнд-микс», очень здорово, потому что нужно привлекать молодежь к нашим инструментам, к гармонии, понятно, к аккордеону. И чтобы привлечь, нужно в том числе говорить на их языке. И одна из первых композиций, которая дала нам дорогу жизни, нашему коллективу, увидели, что у нас есть свое лицо, а также дорогу на телевидение, это композиция Эдуарда Аханова «Миссия выполнима».
Ну а теперь тоже композиция Эдуарда Аханова под названием «Французский букет». Thank you.
Но заканчивать концерт мы будем все-таки русской музыкой, потому что гармонь — русский народный инструмент, один из самых любимых в народе. И вообще, кстати, гармонь — это, к сожалению, правда, единственный инструмент, который существует во всех трех ипостасиях. Это домашнее музицирование. Есть много гармонистов, вот откройте YouTube, ребята там, в том числе молодые, записывают видео. Есть передача «Игра гармонь», где есть гармонисты-любители. Есть также музицирование в ДК, то есть самодеятельность, и есть профессиональное исполнительство. Поэтому, мне кажется, надо гармонию поддерживать, пропагандировать. Обязательно расскажите об этом концерте всем своим знакомым, ведь сейчас можно не только ходить на концерты живьем, но и смотреть нас в интернете. Поэтому находите нас, подписывайтесь на нас и обязательно ставьте лайки и комментируйте. Итак, Евгений Тербенко, «Гуляй, россияне!» Вообще, когда я сначала составил программу, посмотрел, получилось 19 номеров. Это мы еще сокращали. Подумал, наверное, долго замучитесь ждать. Оказывается, концерт уже практически закончен. Даже грустно, да? Не грустно, потому что сейчас прозвучит тоже новая песня на музыку Сергея Войтенко, а слова Александра Ганичева. И называется она «Казаки России». Не торопитесь, не торопитесь. Вот. Баянистом? Тональность. Я раньше думал, баянисты. Гармонь хорошо играть. Она-то весит в два раза легче. Но, к сожалению, гармонистам приходится брать по 2-3 гармошки. Поэтому сейчас мы поменяем и бурно грянем в завершение концерта. Грянем. Thank you.
Спасибо вам большое за эти аплодисменты, за эти цветы. Артистам всегда приятно. И мы обязательно их довезем до Москвы. Я хочу, во-первых, поблагодарить всех участников своего коллектива. Я думаю, вы их тоже одарите бурными аплодисментами. Наш солист Владислав Шумкин. Павел Фомин. Наталья Николаева. Ну и наш руководитель, двигатель нашего прогресса, Павел Уханов. А также мы хотим поблагодарить фестиваль «Виват Баян», оргкомитет, всех людей, которые стараются, чтобы здесь как следует развивались новые, молодые, юные таланты. Ну и особенно благодарность Сергею Вайденко. Спасибо и до новых встреч!
что выходите к нам.